Скажи, отец, откуда в вас взялось так много сил? Добрый день, уважаемые подписчики моего канала ТВ Маэстро, а также зрители моего канала. Я начну свое вещание с площади Тверской заставы, знаменитый белорусский вокзал. Всех с праздником 9 мая. Всем здоровья, счастья, близким, ветеранам огромное спасибо. С праздником вас. Всем, кого не осталось с нами, великая память. И мы будем вещать отсюда. Я начал немножко пораньше, потому что скоро начнется парад. Пешего парада и военизированной техники наземной не будет. Будут только авиационные группы из 75 единиц. Парад пройдет быстро, там, по-моему, 9 минут. Вот. Но когда полетят самолеты, будет очень шумно. И, возможно, меня не будет слышно. Поэтому, пользуясь случаем, хочу передать привет моим уважаемым подписчикам, моим уважаемым модераторам, а это Эд из Сибири, Юрий из Архангельска, РЖД, Саня, Олег, хочу поймать его канал, ребята, кто увлекается рыбалкой, пожалуйста, заходите, подписывайтесь на мой канал, ТВ Маэстро, я его ведущий, Александр Маэстро. Хочу также передать привет и поздравить всех с праздником другим моим модераторам из Белоруссии, Антону Теплому, из Санкт-Петербурга, Руслану Руслановичу. Ребята, ну если кого забыл, Сочи, Игоречек, тебе огромный привет. Если кого забыл, не обижайтесь, пожалуйста, я просто... Ну, под впечатлением хочу увидеть и показать вам, кто далеко, всем сибирякам. Огромное спасибо людям, которые пересылают деньги для моего канала, для помощи бедным людям, попавшим в беду. Стас из Сибири, тебе огромное спасибо. Вот дальше в видео будет информация, видеоинформация, так скажем, видеоотчет о проделанной работе мной. Время не знаю сколько, снимаю уже почти 3 минуты, но скоро все начнется. Вот наш адрес, где я нахожусь, а в ту сторону Кремль. Полетим туда сейчас. Вроде нормально, на улице дождик, но что делать? Хочу также передать привет нашим девчонкам. Ирочка, дай бог тебе здоровья, Ксюшка и ее дочка. Тоже мои подписчики, это всех, кого я перечисляю. Мы общаемся по телефону, в WhatsApp я создал определенную группу. Кто хочет добавиться, ребята, узнавайте мой номер, он есть на канале ТВ Маэстро. Барнаул тоже. Настеночка, привет. Валерьянка, привет. Прости, что я тебя так называю, Валерия. Где же наши самолеты? Они наверняка скоро будут. Если из-за дождя, конечно, их не отменили. Но я думаю, не отменят. Сейчас идет речь, так сказать, президента нашего. Но пока полюбуемся Москвой. Вот такая она сегодня. Все зелененькое. Здесь раньше была огромная стройка, много годовалая, но наконец-то тут все преобразилось. Сделали хороший скверик,
есть где людям присесть, лавочки. Возобновили трамваи, движения, которые не ходили здесь, я не знаю, может быть, на протяжении 10 лет. Еще раз всех с праздником, уважаемые зрители, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Поддержите меня в начинаниях, поддержите меня в том, что я все-таки исправляю свои ошибки жизненные. И сейчас хочу помогать таким же людям, которые оказались в моей ситуации в прошлом. Ребята, мои модераторы, вам большое спасибо за то, что вдохновляете меня. Просто я уже многое время нахожусь на таком позитиве, на таком подъеме. Здорово. Ребята, нас уже 900 с небольшим подписчиков. Пожалуйста, подписывайтесь, чтобы было 1000 подписчиков и более. И будем общаться с вами в прямых эфирах. Будем петь песни, шутить, смеяться, веселиться и помогать делать добрые дела, помогать людям. Ну, время где-то 15 минут. Нет наших самолетов. Они должны были лететь в 10. Но это зависело от длины речи президента. Поговорить он любит, поэтому, ну что ж уж делать, подождем, пока люди наговорятся. А мы не будем говорить с вами на нашем канале много, мы больше будем действовать. А говорить будем по выходным и по вечерам. Наслаждаться жизнью, музыкой, общением с другом. Еще раз, ребята, простите. А, кстати, вот, в Германию. Майор, тебе привет. От маэстро, от Москвы, от всех наших подписчиков. Очень много. Казахстан. Батыр, Беларусь. Всем привет. Сибирь, Дальний Восток. Сахалин, тоже есть подписчики с Сахалина. Я вообще обалдел. Пишите комментарии, пожалуйста, побольше. Вот последние ролики. 99,9% позитивных, хороших комментариев. Это радует. Это радует тем, что, видимо, все-таки люди верят в меня. Люди понимают, что человек все-таки может исправиться. И я буду и в дальнейшем доказывать это. Разошелся. Все ждут. Людей, конечно, мало, не так, как обычно на параде Победы. Но люди есть. Нет никаких протестов. Милиция лояльна. Я сегодня, кстати, встрял с пропуском. Вот, его надо было 4 числа продлить, я не продлил. Не сработала карта тройка в метро. Вот, и я тут же, я говорю... Ребята, уважаемые подписчики, а еще одна из наших подписчиц с ником Люба-Люба 5 мая стала мамой. Вот, Любашка. Вот эти все цветы для тебя. Привет тебе огромный. Здоровья тебе и твоему ребеночку. Какие красивые тюльпашки. Извиняюсь, перебили меня звонком. Но я буду сейчас все отклонять. Все звонки. Как они догадываются, когда нужно звонить, а? Ну что за люди? Самый ответственный момент. Санька Синий, еду к тебе.
Ребята, также хочу передать привет тем, кто за забором, за колючкой. Моим близким, Серега Танк, держитесь. Тайсон, держитесь там, братва. Спасибо вам за то, что вы сделали, за то, что дали мне шанс жить на свободе. Всем пацанам в хатах масти в руку, скорейшего выздоровления, не болейте, пацаны. Мы с вами тоже, я помогаю ребятам, чем могу. Вот. Но это мое уже личное мнение и личное желание. Всем бедолагам, кто меня знает. Губа колючий, блин. Привет, Любаня. Коля Смоленский, Голливуд. Кто там еще меня знает? Саня Бомжик, Новослободка, привет. Серега Хохол, Саня Бульба. Многие меня знают. Всех не могу вспомнить. Но все равно, ребята, кто меня видел на улице, с кем я жил, с кем ломал кусок хлеба, всем спасибо. Со всеми увижусь обязательно, так или иначе. Буду постепенно ездить во все точки Москвы. Сегодня вот на Белорусском вокзале. Не хотят лететь. Может быть, даже и отменили дождик, но я не думаю, что для авиации это дождик. Это так, пыль для моряка, крупный туман. Валерка Узбек, а вот это вот, привет тебе, во-первых, а вот это вот для тебя. Кто-то по ней ходит. Вот так вот, ребята, с флагами на Берлин помчали. Берлин в другой стране. Ну, приостановимся пока, ребята. Дождусь, я увижу их издалека и включусь опять. И вот они, ребята. Вот они, я их уже слышу. Так что, если меня будет не слышно, просто давайте посмотрим, полюбуемся мощью нашей Родины. Боевые группы «Вертолет». Это вертолеты, и такой гул стоит. Вау, красота. Ждем дальше. Ну, людей собралось так, приличненько, нормально. Ух.
Махина. Прямо надо мной, ребята. Тяжелая авиация. Дозаправщик. Имитирует дозаправку в воздухе. Простите за то, что техника у меня пока не особо. Нет стабилизатора, руки трясутся. Здесь также участвуют стрижи и витязи. Вот один из этих групп, они мобила их в Липецке. Знаменитая группа «Рубин». Из-за дерева, блин, выйти, может быть, как-то получше рассмотрим их. Уж очень они быстро летят. Какой-то маленький перерывчик, но там цифра 75 по-любому еще. Самолеты выстроятся в цифру 75.
Или все, наверное, люди начинают расходиться. Наверное, часть парада, даже авиапарада отменили. Очень жаль. Но хотя бы мы полюбовались и этим. Спасибо всем. Отправляюсь сделать добрые дела. Это было такое вступление радостное. Спасибо всем. Смотрим дальше видео. Ребята, снова здравствуйте. Приехал я к Саньку, к синему. Вот он поет. Такая здесь природа классная. Санечек. Привет, друзья. И снова здравствуйте. Вот за полгода, можно сказать, почти что. Ну да, полгода. С ноября месяца. Третий раз выходил. Ну, выходил чуть по пустякам на улице. А сейчас вот вышел. Ребят мне привезли новую коляску. Это Олежка мне привез. Вот она. Родная. Да, ребят. Вот наш Мерседес. Все, кто говорил, там бампера побил, ничего, все на месте. Никеля на месте, сейчас поставим, вот, никеля на месте. Бампер вот он, видите, вот, никелированный целый. Нет. Так что у нас все нормально. Сидим вот, от 100 метров от дома. Пруд, видите, как есть. Олежке огромное спасибо за подгон. Олежке спасибо вообще огромное, не то что, это считайте, он еще и денег дал. Да, ребят, деньги я передал. И за дорогу дал, и за все он дал. Стас, братан, с Сибири, с Томска. Сибирь, Томск, Омск, Краснодар, Россия, в общем, спасибо всем. С праздником всех, с победой, с великим. Ну и так вот мы сидим здесь, общаемся. Сидим, общаемся и обсуждаем. Да, в начале ролика, ребята, эта девчонка читает стихи нашей подписчицы Иришки. У нее тоже свой блог ведет, подписывайтесь к ней. Да. Тут можете не вы подписываться, там может дети хотят общаться тоже, потому что ребенок немножко болен. Так что у нас Санька все. Санька сегодня подготовился, побрился. Правда, подстричь надо, но это мы оформим. Раз. Ну не скоро, но все равно может быть. Может быть. Прекрасно выглядит. Ребят, скажу одно, что я сейчас. Потому что у меня есть очень многих больших пацанов. Друзей. Они тут не коротко. Но самое главное не то, что на голове, а то, что в голове. И что было в голове людское, а не какое-то паршивое, как пишут. Людям ты помогаешь, да пойди подстригись, очкарик. Да ты сам в своей жизни бабушке помог своей, чтобы огород скопать или там навоз у коровы убрать, да? Ты же не знаешь, что это такое, блин. Пойди себе маникюр сделай, брови да губки накрась, блядь. Педик, сука, блядь. Если такое высказываешь. Тихо, не надо так говорить. Конечно, не надо, но просто зло берет. Люди делают. Все нормально, да, ребята. Человек разбушевался, он за полгода вылез на улицу. Не, ну люди делают добро. Посмотрите, какая природа. Все отлично, Саня. Конечно, все замечательно. Смотри, какой пруд. Еще раз огромное спасибо ребятам, которые нам помогают в нашем деле. Олег, рыбак, смотри, какой пруд. Я думаю, ты здесь вытащил бы какого-нибудь карасика. Пацаны ходят с раколовкой. Или с падкой, я не знаю с чем, но они ходят что-то здесь. Да, тягают, там, кстати, какие-то кидают. Рыбаки чего-то какие-то кидают. Сидят. Ну, рак уже проснулся. Если это проточная вода, то рак уже есть. А я не знаю, что это, озеро или пруд. Что? Пруд? А откуда здесь там раки? Она уходит, вон туда, в ту сторону. А, нет, в пруду тоже раки бывают. Конечно, это же проточная вода. Если ручеек есть где-то туда? Ну да, она входит и выходит, это же не озеро. Вот. Ну так-то, ребят, спасибо большое всем огромное. Всем подписчикам. Подписывайтесь, смотрите. Будем снимать еще огромное видео. Спасибо, что на рыбалку.
Не то, что только про бомжей, которым нужно помочь. Бомж — это что? И я тоже бомж в Российской Федерации. Ребят, извиняюсь. Я сегодня трезв, брит, все нормально. Видео снимаю в трезвом виде. За деда еще не выпил. Это будет вне... Все впереди. Вне эфира. Вне эфира. Да. Вот. Ну а пока так вот. Приехал к Саньку, к другу. Телефон привез, но он, правда, там паршивенький. Ну ладно, разберется там. Может быть, он чем-нибудь ему поможет. Коляска у нас есть. Денежку передал. За деньги огромное спасибо, ребята. Да, всем спасибо. Подписывайтесь. Не буду перечислять имена, я думаю, вы меня услышите. Ну да. Я там ранее перед парадом перечислял. Я был бы рад вас всех увидеть в этот день. Где-то в центре города. А даже здесь, на пруду, вот в этом месте. Все-таки было бы очень. Так что, ребят, смотрите, вот здоровый парень, блин, высокий. Был здоровый. Да и сейчас, ладно, посмотри, ручища, ептень. У тебя рука длиннее, чем у меня нога. Так-то да. Ну да. Вот такой вот веселый, жизнерадостный. Ну, немножко не фартануло в жизни. Поможем уж ему, чем сможем. Парни, и еще у нас есть один друг из Белоруссии. Да. У него тоже очень трудная ситуация. Он дагестанец. Он попал в аварию, долго лежит. У него там проблемы. Он стучится в разные двери с помощью, но нигде не отвечает. Да, может, да. Мы поможем, по может, подобным, мы ему ответим. По подобным сайтам он стучится, у которых мотивация в 1000 помочь. Раз больше, чем у меня. Да, казалось бы, но... Его никто не слышит. Я услышал, вот там видео увидите, переводил копеечку ему маленькую. Но у него такая ситуация... Какая бы ни была, но помощь. Хоть десятка рублей, хоть полбатона, но все равно уже вперед. Да, он попал в аварию, и у него такие серьезные переломы лицевых костей. Там требуется операция. Вот. Но он находится в Беларуси без документов белорусских. Вот. И, ну и, соответственно, там надо отвалить, башлянуть или ребята, как это. Ребята из Дагестана, может быть, кто слышит, то не это вот. Да, братья, подключайтесь. Братья мусульмане. Мусульмане, россияне, христиане, неважно, каких конфессий главное вы. Быть человеком в этой жизни, а вероисповедание ничего не говорит. Смотрите наш канал ТВ Маэстро и решайте для себя, чем мы занимаемся. Поможем одному, значит, поможем всем. Да, всем здоровья, еще раз с праздником. Дай вам Бог удачи. Смотрите дальнейшие наши ролики. Музыку, юмор, приколы и помощь людям. И самое главное, не забывайте его. Лайк. До свидания всем. Спасибо. Спасибо, что смотрите нас. Ребята, у банкомата я, короче, переводим деньги Батыру. Так, внести. Неудобно снимать это. Снимать. Нести. Вот его карта, ребят, номер карты. Обратите внимание, у кого есть возможность, помогите человеку, пожалуйста. Так, главное. У солдата выходной, пуговиц в ряд, ярче солнечного дня, золотом горят. Так, теперь что мы здесь делаем? Все операции. Снять, внести, узнать платеж и перевод. И перевод, и перевод. Так,
Шаблона у нас нет. Налоги, штрафы. Тут еще разобраться надо, да? Куда? Так, платежи, карты, вклады, платежи и переводы. Или как? Переводы. О, баран, блин. В этом деле я. Ну ничего, Николай Иванович. Так, это мои все шаблоны, да? На карту клиента. На карту клиента Сбербанка. Есть такое. На карту Сбербанка. Тип перевода. А, далее. Так, номер карты. 4276. 6306. 1, 2, 3. 55-88. Так, 29-51. 29-51. Далее. Так, ну всем по чуть-чуть. Спасибо Стасу с Тюмени. Он перевел мне денежки, чтобы я помог людям. Значит, сколько мы? 600 отправляем. На сотку, я думаю, мы не победнеем. Так, далее. Сообщение получателю. От маэстро. От маэстро. 606. 6 рублей комиссия. Так. А у меня там нету 6 рублей. А, есть. Все. Окей. Так. Напечатать чек. Завершить с чеком. Продолжить с чеком. Так, одну миссию мы, ребят, выполнили. Еще раз помогите человеку, у кого есть возможность. Вот я его номер карты скинул. Или же через меня, через наш канал. Всем спасибо.